Приветствую всех, дорогие зрители и подписчики моего канала. С вами Владимир, и мы продолжаем играть в Order of Battle. Не обращая внимания на баги, которые меня сопутствуют в этой игре. Я столкнулся с новым багом, когда игра просто не запускается, не выдает никакой ошибки. Просто черный экран и не стартует она. Какое решение проблемы? Как видите, у меня версия игры уже 1.7.0. Я немного покопался на сайтах, где эту игру можно скачать. Где я скачивал и нашел на EX.ua в комментариях ответ на мой вопрос, как обойти вот этот баг. Там писал человек, что нужно поставить патч 1.7.0, который делает игру версии 1.7.0. Тогда пропадает вот этот баг. А в чем именно баг заключался? Начал исчезать один файлик из самой игры. Называется он SteamAPDLL. Он просто исчезал. Когда я пробовал перекидывать его или переустанавливать игру, он не устанавливался. А когда перекидывал на флешку с другого компа, там тоже стоит эта игра, то он просто исчезал с флешки, только я вставлял ее. Вот такая вот фигня. А то, что я перешел по ссылочке, которую рекомендовали там в комментариях на этот патч, там это ссылка на Стратегиум, может, кто любит стратегии, то знает. Очень полезный сайт, особенно по Европе. Там много интересного можно почерпнуть. И поставил этот патч. Полностью следовал описанному порядку установки. Есть такой нюанс. Файл, который находится в архиве, который в конце нужно скачать и из него изъять, скажем так сказать, кряк. Именно вот этот файл, который пропадал, я назвал, там еще парочку, то браузер меня ругался. Там на нем стоит защита типа от фишинговых программ в настройках. Я убирал эту галочку, да, закачивал вот этот архив. После установки всей у меня не было русского языка, хотя раньше присутствовал. Я залез в папку Order of Battle Data Resources, дальше потом languages, там было вот эти четыре языка там в текстовых документах, и такой текстовый документ как languages тоже, и я открывал его, и там 0 1 2, 0 там равно английский, 1 немецкий, 2 французский. Я так не мудрый, я не мудрствуя, у кого взял, написал 3 равно Russian. Запустил игру, есть русский язык. Все. Вот так вот. Надеюсь, вам поможет данный рассказ. Я также оставлю все ссылки, куда надо заглядывать за патчем. И куда нужно тоже смотреть и править текстовый файл. Напишу путь.
в описании под видео и, думаю, может, в комментарий кину, чтобы было виднее. Вот так вот. Так, и продолжим нашу игру. Сразу говорю, эту миссию я играл. Очень хотелось просто поиграть. Но я проиграл. Довольно-таки тяжелая миссия в Яванском море. Хоть в брифинге пишется, что там застарелые кораблики, но их довольно-таки много. Да, их много. Я бы не сказал, что они сильно застарелые. Лупят они хорошо. Но нету четкой. Хорошо, хорошо. Так. Нету четкого понимания также в этой миссии, что нужно делать. Поэтому я насторожился и решил попробовать сыграть. И увидеть, что будет. Нужно потопить флагман. Я его топил. Довольно-таки мощный кораблик. Не потеряйте силы вторжения на Бали. Ну, тут без проблем высадятся войска. Но транспортные суда не потерять вот тут. То, что тут появятся ваши транспортные суда. И вот этот транспортник двинется вперед. Так, что сейчас будем делать? Это корабль поддержки, он может ремонтировать соседние корабли, но только если он ход не двигался. Вот так вот. Так, кто нам нужен? Войска. Зеро и два Канбаку берем. Так, корабль поддержки. Так, значит, покупаем. Что мы покупаем? Это кто такой? Перехватчик. Ага. Так. Берем авианосец. Берем, думаю, самый дешевый. Всего лишь на одно взлетное место. Так, покупаем, размещаем. Сейчас посмотрим еще. Скорость перемещения говно. У этого получше, у этого еще лучше. Ну, блин, то что есть. Сильно модный авианосец не нужен. Размещаем этот сзади. Вот тут авиацию сразу же тут ставим. Так, надо отремонтироваться.
Ну ладно, пусть будут. Потом позже нам дадут еще дополнительные места. Вражеская авиация попозже появится. Думаю так. Так, этот кораблик. Сонар. Легкий крейсер. Так. Купить. Линкор. Надо купить хороший линкор. Линкор. $480. Но этот линкор стоит тех денег, которые за него требуют. У него еще батарея ПВО есть. Хотя вот этот попроще. Но вот этот линкор я брал, Ямато. Он бьет как сумасшедший по вражеским кораблям. Так. Давайте его купим. Вот этот линкор будет стоять тут у меня. На поддержке. Так. Так, тут два маленьких кораблика. Так, дальше. В принципе, тут... три боевых корабля, да? Еще корабль поддержки купить. Вот этот корабль поддержки закинуть вот сюда. Так, тут кто? Легкий крейсер. И давайте эсминца, наверное, наберем на все оставшиеся деньги. Так, купить эсминец. Думаю так. Крейсер хорошо, но, блин, на крейсер у нас нет денег. Батарея ПВО. Сколько этих? Еще три кораблика, да? 110. Крейсер, блин. Не хватает немножко. Может, позже получится купить еще один. Так, еще один крейсер сюда. Где-то подводная лодка плавает. Вражеская. Где-то тут еще подводная лодка. Надо будет найти ее быстро. Так, у нас еще троечка остается. Можно купить вот этот Магами крейсер. А нет. Надо брать эсминец. Надо брать один эсминец. Подводные лодки бессмысленно брать в данный момент. Толку от них будет мало. Так, ну давай. Купим. Где-то у нас просто очков дополнительных на крейсер какой-то. Так, три эсминца. Легкий крейсер. И линкор тут. Так, тут три эсминца, легкий крейсер, корабль поддержки. А, тут тоже корабль поддержки я поставил уже, да? Так, я думаю, сюда один дополнительный эсминец там. Дам пока. Вот сюда. Тут будет достаточно много кораблей вражеских.
А там линкор справится. Так. Конечно, понимаю, уже 15 минут прошло. А я и так и ничего еще не начал. Так, сохранимся в четверочку. Так, и... начинаем. Так, сразу же сонар. Где-то тут может быть вражеский кораблик. Так. О, видите, вон вражеские корабли. Два штуки. Никого не видим. Надо держаться хорошей боевой группой, чтобы враг не мог нас зацепить. Так, корабль поддержки пусть будет пока тут. Где-то тут подводная лодка лазит. Это железно просто. Так, тут. Вот поражение, зона поражения линкора. Здесь немножко продвигаемся. На всякий случай. Корабль поддержки пусть стоит. И вот это вот сюда. Пока так, да? Я не понимаю, почему после перемещения нельзя использовать сонар. Ну ладно, это такое дело. Кто не походил? Ага. Нет, ты остаешься. Вот и вражеские корабли. Да, в Яванском море будет непросто. Так. Двоечку всего лишь вынес. Нету подводки, да? Где-то может быть. Так, вот уже с этого момента оно так вот тут активная зона поражения, да? Достаем плюс. Есть, не зацепили. Торпеды. А, ему мешает наш кораблик. Так, тут ждем пока. Эп.
Где-то подлодка тут плавает. Так, линкор наш. Смотрите, какая мощь. Поддержки. Что? Вот так встаем пока, да? Легким крейсером. Подводной лодки тут пока не видно. Но это сволочь-то тут. Зуб даю. Так, 2+. Видите? Лучше отстреливать огонь на одной цели. Ну а корабль поддержки пусть будет в стороне. Кто не походил? А, ну пусть будет. Прикрытие, да. Где? Ага, вот тут. Там еще один корабль идет. Еще один. Торпеды пошли. Туда и обратно. Все корабли, которые понесли значительный ущерб бою, можно отправить обратно в нашу военно-морскую базу на Куче через точку выхода на северо-востоке. После необходимого ремонта они могут быть возвращены обратно в зону боевых действий. Да, вот, можно выйти, вернуть корабли, типа. Но я не понял, как их ремонтировать. Так. Хорошо, займемся лучше тут. Тут нас атаковали торпедами. Вот оно. Так, вот эти товарищи подплывают. Сейчас жахнуть торпеды. Так, авиация. Так, авиация. Три плюс, да? Отлично. Так, корабль поддержки, выдвигайся, а сейчас будешь ремонтировать наши корабли. Вот так вот. Авианосец выдвигается вверх. Давай. Пока не уничтожили. Так, это что у нас? А, нет. Да. Ух ты, 6-0. Уничтожаем. Нету. 2+ есть. Так, тут троечка есть, да?
А если я просто долбан? Можно и отсюда замаслать. Все, нету вражеского корабля. Так, конец хода, да? Так, давайте сохранимся, пятерочку. На всякий случай. Есть рядом, вот тут. Сволочь одна. О, крейсер пришел. Еще крейсер. Эсминец. Так, авиация. Авиация тоже нормально. Давайте выбьем по полтора. Так, нет, подводочку нужно уничтожить. Отлично. Подводка уничтожена. Так, вот этот сколько? Вот этот уничтожает, да? Кораблик. Один плюс. То есть и торпедами 1-0. Торпеды я читал, что лучше против подбитых кораблей или против больших кораблей. Вот так вот. Так, а ну-ка. 1-1-0. Давай. Так. 1+. 1 точно, так 1. 1+, да? Разная дистанция, естественно, влияет на урон. Не все. Для всех кораблей она одинаковая. Так, а ты двигайся вверх. Надо задвигать его где-то сюда, в этот кораблик наш. Так, ты ремонтироваться можешь? Так, давай-ка отойдешь немножко, так. Тут санар, вот она, скотина. Вот корабль пусть отойдет. Так, торпеды. Победы 1-0, ну пусть будет. Так, 1+. Пусть 0+. Так. И тут. Так, ну давай. Тяжелый крейсер. То есть линейный. Линкор. 4+. 4. 4+.
Давайте уничтожим. Тут пока все, да? Да. Перезаряжается? Нет. Перезаряжается. Так, давай, конец хода. Ух ты ж, он на сближение пошел. Аэродром Бали. Поскольку аэродромы на Борнео находятся в нерабочем состоянии, в связи с проливными дождями императорский штаб решил занять Бали после того, как врагу не удалось сорвать вторжение. Наш десант быстро разбил местную милицию, захватил остров и аэродром. И мы получили плюс 4 к лимиту войск. Так. Хорошо, запускаем Зеро. Почему-то девяточка всего лишь. Ладно, девяточка так девяточка. Так, авиация. Надо немножко. Подолбать их. Так, 2-0, да? Победой может. 1-0. Так, 2-0. Так. Не участвовал в предыдущем бою. Ноль будет. Если торпедка и 1+. И 1-0. Есть. Нету крейсера. Так, идут сюда. Эти стоят. И на следующем ходу должны, по идее, починиться. И надо, чтобы самолеты починились, залетели. Так. Тут сонар. Топим. Так. 3-0. Так, ветка. 1-0. Двоечка. Хорошо. Так, что? 4-2. Ух ты ж, 4. Так, мочим вот этот корабль. 2, а тут сколько? 5+. Добиваем. Так, корабль снабжения идет ремонтировать вот эти корабли. Подлодку уничтожили. Вражеские корабли уничтожили. И этот флот нужно ввести сюда на соединение. Вот, вот тут вот эту точку выводить. Вражеский флот стоит вот тут. Довольно-таки не маленький. Вот тут минное заграждение. Надо будет аккуратно где-то тут обойти кораблями. Потому что можно нарваться.
перебираемся. Ну, жди. О, еще корабль. Этот корабль начал двигаться. Пункт назначения Ява. Ставка императора сообщает, что силы вторжения на Яву сформированы и пойдут с севера в течение 4 ходов. Нам приказано направить наши корабли в район прохождения конвоя для его защиты. Угу. Появятся скоро корабли. Так. Ты идешь сюда. Попробуем отремонтировать наши корабли. Тут мы идем вместе группой. Так, авиация. Заходим. Так, вот эта авиация приземляется сюда. Вот этот зерошка идет на перехват вражеской авиации. У кого есть ПВО? О. Есть. Подремонтировали, видите? Вот так вот будем. Так, выдвигаемся сюда. Выдвигаемся сюда. Это подразделение сюда. Тут ребята сюда. Там они будут присылать свои бомбардировщики еще. Так, сохранимся. Давайте дальше. Торпеды. Бомбардировщик идет. Сингапур пал. Отличная новость о нашем наступлении в западной части Тихого океана. Наши войска захватили Сингапур. Это крупнейшая капитуляция в британской военной истории. Так. Хорошо. Вот эти корабли двигаются. И вот эти двигаются. Линкор потихоньку двигается. Надо отремонтироваться. Встанем вот тут. Так, вот этот самолетик летит. Вот пусть летит сюда на авиабазу. Этот ремонт. Так, 3 плюс. Такое-то вот ПВО работает, да? Товарищи, надо его вывести где-то сюда. Так, ремонт. Ну, почти. Тут поставим крейсер, чтобы он
видите, что перехватывал вражеские самолеты. Так, 3 плюс 3. А торпеда 1. Ясно, да. Уничтожаем. Так. Плюс будет или нет? Зайдем пока вот так. Тут их ребят мы немножко спрячем вот тут. Еще не взлетают, да? Ну, думаю, вражеский бомбардировщик сейчас появится, то он не сильно сможет. Нас достать. Ну, вопрос, конечно. Тот еще. Да, наверное, вот сюда вставать. Сюда поближе к своим. Ждем ремонта. Конец хода. Кто не походил? Ага. Продолжить. Ага, убежал. Уничтожил наши истребители, то есть бомбардировщики, потому что если бомбардировщик зависает над вашими авианосцем, когда у вас там стоит на взлетной полосе самолеты, то нет, слава богу, нет. Так, ПВО 1+. Есть. Двоечку им сняли. Так, вот эти садятся. Не буду поднимать самолеты. Так, пополняем подразделение. Есть до конца. 2+ тут. Так, 3+. 4 снес даже торпедой. На следующем ходу вынеси. Так, ремонт вот этого подразделения. Так, эти ребята двигаются. Надо подтянуть вот эти войска будет, если что, их отсюда вводит. Линкор выдвигается. Так, ну давай конец хода. Кто не походил? Авианосец. Тогда мы станем вот так. Под защиту нашего истребителя.
пытается убежать, видите? Вон вражеская авиация. Так. Отлично. Этот корабль на полном ходу мчится. И отремонтирует тут. Все. Давайте так немножко сбавим ход. Так, хорошо, авиация. Сюда же он убежал, да? Сейчас сохранимся на всякий случай в шестой. Не хочу, вот тут где-то он остановился, насколько я помню. Так, ремонтируем. Взлет. Стоим пока тут над кораблем, потому что может вылететь этот гад. Который думает, что он очень умный. И напасть на наш кораблик. Так, далеко этот корабль мы отводим. Дальше потихоньку выдвигаемся вверх. Корабль поддержки встает пока вот тут. Этот корабль пусть пока будет тут, чтобы защищать авианосец. Так, давай, конец хода. Конец. Вот он, сволочь, прилетел. А вот и пришли кораблики. Сейчас, блин, вражеская флотилия выдвинется. Ход вторжения для захвата Ява прибыл. Вам выделены дополнительные ресурсы для усиления эскортного флота. Продолжить. Так, 4. Да. Надо выдвигаться чем побыстрее туда. Отремонтировали и вперед. Эскорт пойдет, наверное, вот сюда через верх. Так, эсминцы вперед. Надо, наверное, еще купить. Можно крейсер взять. Вот этот Тоне. Он более мощный. Поставить его вот тут. Он будет прикрывать. Так, что тут? Нам нужно сесть на аэродром. Так, ремонтируемся. Вот эта вот зерошка садится. Так, а эти корабли бегом
двигается туда. Корабль поддержки не станет тут. Так, а ну, ПВО. Сразу не сбили. Так, авиация. Я думаю, сверху поставлю. Может, это что-то поможет. Так, эти корабли бегом выдвигаются. Туда нам нужно выдвинуться. Ух ты ж, мины. Это нужно быть аккуратным. А то можно так нарваться, что мало не покажется. Так, тут большой вражеский флот сейчас будет. Блин, вот эти корабли дурацкие сейчас, ну, будут так идти. Почему мне не дают их управление, я не знаю. Так, заканчиваем ход. Сволочи, видите? Делают. Оттеснили мой самолет. Значит, выдвигаемся от этой авиации. Так, а тут атакуем. Есть, хоть что-то сняли. Так. Вопрос, есть ли тут еще минные поля? Семерочка, сохранить. О! Единичку всего лишь снял, слава богу. Так, выдвигаемся сюда. Видите, что тут наставили? Нам подарочки, блин. Так, эти бегом сюда двигаются. Так. Эти на полном ходу идут. Это мы сейчас проведем туда корабли. Так, а где сейчас находится Дрейтер? Он пока тут. Так. Давай, заканчиваем ход.
сволочь. Так, авианосец не затерять. Сняли. Так, тут авиация идет на разведку. Так, тут обходим вражеские мины. Зерошка, давай. Нам нужно остановить ихнюю авиацию. Так, тут идем на соединение. Да, тут перекрываем вражеским войскам, точнее флотилии, обзор. Вроде бы все, да, пока что. Так, сохранимся, выясним. Это самое главное, авианосец сберечь. Не хватает еще какого-то крейсера с противовоздушной обороной. Зерошка. Вот, входим ему. Хвост. Я думаю, вот этот сейчас поставим так. Вот этот корабль поставим так. Сейчас их немножко подчехвостим. Так, корабль поддержки сюда, авиация сюда. Так, тут выдвигаемся к нашему флоту. Наша авиация выдвигается сюда. Ну, сейчас соединимся. Всем вот так в кучку. Линкор вот так на расстоянии. Так, судно снабжения уже, видите, исчезло. Оно находится... Так, есть. Можно его подремонтировать. И высадить ее тут. Вот так вот.
принципе, неплохо. Так, и авиация заходит вот сюда. Где-то их корабль находится. Так, и, пожалуй, тут я завершу серию. Уже час идет запись. Вы уже, наверное, подустали. Но, блин, интересно. Надеюсь, вам информация по поводу, как обойти тот баг, поможет. Я надеюсь, больше не будет багов дальше. Ну, посмотрим, как оно будет. А пока, всем спасибо за просмотр и до встречи в следующей серии. Всем пока.